Ну что ж, ребят, давайте попробуем. Игра, говорят, хорошая, мне ее посоветовали. И думаю, мы с вами проверим и посмотрим, как она вообще, что она из себя представляет. Я не знаю, у меня всего лишь первый уровень. Играю я за охотника. За кого точно не знаю. За маньяк, вот. Вот маньяки. Окей, это охотник. Также здесь есть призрак, также деревенщина и медсестра. Окей, ребят, окей. Оу. У меня первый уровень, я, возможно, сейчас буду тупить, кто знает эту игру, кто в ней уже профан, наверняка будут сейчас бомбить от того, что я буду действовать, ну не знаю. За маньяка играть, мне кажется, легче, мне придется всего лишь поймать их, да? Я должен их поймать и насадить на кол, я так понимаю. Вот и все. Что это? У меня тут какие-то деньжата, да? Я один раз ее запускал, чтобы проверить, насколько она работает хорошо. Нет, погоди, отмена. Нет, не покидай. Настройки все стоят на ультрах, ребята. Не знаю, как будет на ютубе, но в принципе здесь графики-то такой особой-то нет, да? А, я должен нажать готов. Вот, блин, а? Черт. Вот, короче, уже все уже прознали, что я такой тупица. Я даже не могу нажать на кнопку готов. Отлично. Сижу тут 3 часа болтаю. Что это? Ребят, что это? Ключ от агентства. Что? Я должен был нажать? Я что-то не понял, ребят, что это было. Возможно, это был мой выбор или что. Но я вроде никакие вещи не ставил. У меня их и не было. Потому что игру я только запустил. И, ребят, не думаю, что я в нее буду долго играть. Я просто сделаю обзор на нее, да? Ну, это же типа хоррор-игра, поэтому... вроде бы где-то она еще популярна и актуальна, да? Кто-то любит прям ее. Ну, я пару видосов смотрел, в принципе, нормально, нормально, играть можно. Ну окей, но сам я не играл. Посмотрим, давай, что-то долго грузит, ребята. Я типа здесь должен читать огромную какую-нибудь монотонную речь, но, к сожалению, я не мастер длинных и занудных речей. Заброшенная скотобойня, ферма Колдфинд. Окей, ребята, вот я играю за маньячину-то, а? Что мне нужно сделать? Во-первых, ты как-то должен собраться, не тупить.
он бегать не умеет, маньяк бегать не умеет, понятно. А они бегать умеют. Соответственно, ребят... Где? Вот она! Стой! Как побежать-то, ебать! Ребята! А, черт! Ну, черт, ребят! Где она? Это сложно, а можно вид... Другой вид сделать от другого лица? Я слышу, кто-то где-то бегает. Тут, сука, где-то вот там вот, да? А если ломают, короче, они... Сука, они, короче, везде сидят. Вот, короче, они тут уже все знают все и всю игру, а я, короче, все. Ну, я здесь... Ладно, ладно, ребят. Мне бы хоть одного поймать, хоть одного. Установи как капкан. Почему не могу это сделать? Ага, правой кнопкой мыши. Окей, ребят. А где эти ублюдки? Вот одну, а они уже одну сделали. Ебать, короче. Ебать, короче. Вот и нубец. Ладно. Ладно, 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 ладно. Сложная миска. Кто где сломал? Ах ты, сука. Сука, вот я его видел, ребята. Вы его видели? Он побежал куда-то сюда. Сука. Я ж тебя найду, падла. Ну ты где, блядь? Блядь. Ты чё нахуй? Ты где нахуй? Иди к сюда нахуй. Пиздюк. На, сука. Смотрите, ребят, он уже... Имбун знает, короче, когда... Знает, короче, как уворачиваться. От сучка. Вас здесь еще и двое. Блять, блять. Да ёб твою мать. Ты чё, блять, скрыться от меня решил, да? Пиздюк нахуй. Иди-ка сюда, блять. Иди-ка нахуй сюда. Иди-ка, блять, сюда нахуй. Сучка. Сучка, блять. Нахуй. Как его взять? Поднял. А куда идти, ребят? А дальше куда? На крюк, я понял. Не дергайся, блять. Не дергайся, сука. Как насадить на крюк? Сучка. Ты чё, блять? Давай нахуй. Давай нахуй. Блять. Блять, кровь. Мясо. Джейден. Сука. Ты чё, Питер? Смотрите, ребят. Вот пидорас. Внутри сидел. Вот Питер-то, а? Внутри сидел. Ну-ка иди сюда, блядь. Ах ты мразь. Вот же мразота, да? Думаешь, убежишь от меня? Питер. Пидорас. Пидорючка. Ребят, эта игра на меня плохо влияет. Я почему-то становлюсь каким-то злым, я это сам ощущаю. Да ты чё, сучка? Умри! Ребят! Ребят, где крюк? Блять! Они тут везде ходят, ебать! Заткнись! Заткнись, сучка! Чё это было? Чё это было, ребят? Что это было? Я чё-то не понял. Он убежал? А как он убежал? Ребят. Меня кто-то огнем напорол? Что, блядь, такое... Такое чё, возможно? Ну нихера себе. Ну нихера себе, ребят. Вот это поворот. Блядь, они там ломают. Вы чё, нахуй? Иди-ка сюда, блядь. Ты кто, нахуй? Где ты? Вот ты, сука, и попался. Вот ты, сука, и попался, блядь. Я ж тебя уже поднимал, нахуй. Ты какого хуя тут-то оказался, мразота? Ну-ка, блядь, сюда, нахуй. Вешай его. Сучка. Мясо, нахуй. Помирай.
Так, один... Ребята, я проиграл, походу, но я поймал двоих. Меня это радует. Я охренеть как рад, ебать, ребят. Не знаю, мне уже нравится. И я точно буду играть за маньяка, ебать, нахуй. Я по-другому не могу. Кто, блядь, здесь бегает, нахуй? Кто это у нас здесь, блядь? Бегает, нахуй. Сука. Сучка. Иди-ка сюда, нахуй. Иди-ка, блядь, сюда. Сука. Думала, убежишь от меня, тварь? Я Джейден. От меня не убежать, тварь. Блядь. Ну-ка, иди-ка сюда, нахуй. Насади её, блядь. Повесь. Сука. Ори меня, ори туда, сука. Кричи. Тварь. Ребят. Он мертв, да? Смотрите, если красным он мертв, да? Я так понимаю. Ладно, остался один. Один, сука, гном. Ну и где он? Вот ты спалился, пидор. Вот ты спалился. А нет, еще один раненый есть. Иди-ка сюда, гномик. И где ты? Гномик без буквы Н. Ты че, сучка, думал, убежишь от меня, блядь? Ты чё нахуй? Ты чё нахуй? Пидор. Ты чё, блядь? Где ты? Где он, блядь? Ребята, он убежал? Ребят, серьезно? Он убежал? Может, он здесь? Вот, сука, нету никого. Где ломается? Трое... Он спас ту бабу! Ребят, я проиграл. Ну, я старался, ребят. Для первого раза, мне кажется, неплохо. Да ты ебать! Да вы ебать! Вы столько шума создаете! Как вы... Не можете на пробел, что ли, нажимать нормально, или что? У вас задача проста. Капканы бы ставите, да, ребят, но... Я слишком... У меня нет времени на это, понимаете? Понимаете? Я кого-то слышу, ебать. Двороны. Где они, ребята, где? Какой не включен? Вот ты же не включен. А, капкан поставь. Капкан можно поставить, ребят? Нет? Почему не могу? Да ебать! Ну-ка нахуй. Вот я вижу, ребят, я его вижу. Он был где-то здесь. Ебать, сбежал? Серьезно, ребят, все? Я проиграл, они уже бегут обратно куда-то. Я, короче, слепой, я не вижу ничего, я одного только убил и все. Но все они, я их всех видел, они все пробегали мимо. Вы сами все видели, да? Когда я нес одну, все они бежали. Нужно было тогда... Короче... Нужно было тогда их ловить, положить на землю труп. Тихо. Мне как показалось, или здесь кто-то был? Ребят, сложно играть, когда не от первого лица. То есть, когда от первого лица, если бы было бы... Ты чё, сучка? Блять, думала, я тебя не увижу, да? Ну-ка, иди сюда, сука. Где пиздючка? Вот ты где, блять? Ты где была-то, ёб твою мать? Как ты скрылась от меня, тварь? Все, блядь, все мразота. Поднимаю тушу. Окей, ребят, погнали. Да не дергайся ты, ебать. Хуя-хуя. Вот ты где, пидор. Вы видели, ребят? Вы видели этого засранца, который здесь бегает? Да ебать. Получай, тварь! Где ты, чмо?
вот ты где, ебать. Ну нахуй. Вот пизда тебе. Сука, куда бежишь нахуй? Где эта тварь? Где этот ублюдок? Он хочет спасти ее. Блять! Он ее все-таки спас! Вот я, короче, затупил. Надо было возле нее быть. Надо было быть возле нее, короче, ребят. Ебать. Ебать, короче, они меня окружили. Вот не повезло мне. Вот только был шанс, у меня был шанс. Но мне не свезло. Ну, сука. Теперь ты у меня попадешься. Ебать. Теперь ты у меня будешь гореть, сучка. За то, что спас. Блять. Слабо? Капканы, капканы, ребят. Вот важную часть, капканы бы сейчас мне помогли. Очень как помогли бы, но... Блять. Нахуй. Тебе эта баба не спасет. Вот мужик. Вот мужики все такие, ребят. Сам знаю. Мы спасем, но сами, блять. Сами мы... Нихуя нас никто, эта баба, блять, не спасет. Нихуя. Вот и все. Вот и стой здесь, раз ты мужик. Ты где, блядь? Я его типа убил? Что-то он как-то быстро слег. Ребят, я что-то не понял. Игра закончится, нет? Почему так долго? Они бы могли уже убежать. Неужели такого нуба, как я, который только игру запустил, первый раз, ебать, так трудно пройти? Вот вы, короче, лол. Вот вы лол, короче. Ладно. Один мертв, трое есть. Но я же одного уже убил было, разве нет? Так, нужно сосредоточиться. Где-то должен быть не сделанный этот генератор. Они все работают, я так понимаю, да? Где? Вот не сделанный. Окей, ребят, бежим. Надо четко смотреть. Четко смотрим. Вот ты где, сучка. Вот вон таз этот. А вот тут вы еще, короче. Двое сучки здесь. У, они тут все, короче, бегают. Ебать вас нахуй. Ебать вас нахуй. Ебать вас нахуй. Иди-ка сюда, блядь. Иди-ка сюда, блядина. Хуло. Иди сейчас, блядь. Ребят, эта игра, если я буду в нее много играть, я точно стану маньяком, ебать. У меня просто это в крови, понимаете? Просто нахуй, в крови нахуй, блять. Где вы, сучки? Они все активировали, да, то есть? Они выиграли, да? Но двоих убил, ребят, я убил двоих. Ладно. Выход! Это типа выход, да? Они типа могут выйти. Вот ты, сучка, где? Вот ты, сучка, где? Вот ты нахуй. Вот ты чё, блядь? Умный, что ли, такой? Хотел меня обмануть, сучка? Не получится. Блядь. Ты нахуй у меня не уйдешь, блядь. Ты знаешь, кто это такой, блядь? Я Джейден. Я Джейден, сучка. Знай это. И говори это своим сыновьям. Говори это своей дочке. И говори это своей жене, которую я чпокал каждую ночь. Что это было, ребят? Он опять смог вырваться? Что это? Ты, блядь, ты чё нахуй? Ты чё, блядь? А ты, вот ты меня вечно подставляешь, блядь. Ты чё за сучка такая, а? Ты чё за сучка такая? Ты, блядь, у меня сейчас попадёшься нахуй. Спасти его хотела, да, ебать? Вот и все, баба. И вот тебя спас мужик. Ты могла просто уйти. Но ты не ушла, блядь. За это ты поплатишься, ебать. За это, сучка, ты поплатишься, ебать, нахуй. В жопу тебе, нахуй. Вздерну, ебать, нахуй. Где мужик? Ты сопротивляешься, что ли, еще, ебать? Вообще, что ли, охуела? Ребята, где этот мужик?
Он не сбежал еще, да, я так понимаю? Он, наверное, ждет, пока... Это сучка, ебать. Ладно, ребят. Все нахуй. Пизда ей. Теперь ищем только одного мужика, ребят. А почему Питон? Там написано крюк. Это что значит, ребят, кто-нибудь знает? Окей, остался один калека. Ебать, он, наверное, спрятался. Нет? Победа, серьезно? Ребят, я выиграл с первого раза, ебать, нихуй. Нихуя себе. Вот это пиздец. Я их всех отшпёхал. Я злобный латинос. Мой респект твоя мамаша за такой попец. Окей, ребят, доступно улучшение. Мне нравится эта игра, ебать. Что? Дает 25 бонов очков за крови, которые... Окей. 300. Защитные обитые кожаные перчатки немного уменьшают время установки медвежьих капканов. Навык ремонт на все капканы. А это что? Мощная пружина. Добавляет мощность медвежьим капканам. Становится немного сложнее высвободиться из капкана, слегка увеличивает время спасения. Даже не знаю, ребят, что сделать. Бонус дает какой-то нахрена защитные перчатки. Ну вот давайте сделаем вот это. А, я могу? Прибавь. Почему нет? А, окей, понял, до конца нужно было ждать ее делать. Сеющий страх? Я даже не прочитал. Ваша ужасная энергетика распространяется на сверхъестественное. Радиус вашего террора увеличится на 8. Ну а зачем это нужно было? В принципе, это не нужно было. Я должен типа все активировать. Ну ладно, очков-то у меня есть. И что дальше? А, уровень второй дальше идет. Я понял вас, непредсказуемость. Каждый уровень кровавой паутины генерируется случайным образом. Имейте в виду, что ее структура и содержание непредсказуемые. И все еще часть вызывает крови. Что? Ребят, я что-то не понял. Неизвестную награду? Че, возьмем? Давайте наугад бахнем, а че, почему бы и нет, давайте. Дополнительная пружина. Это у меня сейчас произошло? Что? Я что-то получил? Нет? Ладно, ладно. Что у меня здесь? Что? Настройки. Жилет, маска, тесак. Чего здесь не изменилось? Навыки. Медвежий капкан. А, вот, вот же, ребята, окей, я понял. Все, окей. Дополнительная пружина. Поставить. Выбрал. И вот это. Выбрал. Понятно? Это что? Навык. Ага, понял. Ребят, все, я разбираюсь потихоньку. Это, в принципе, подношение. Что это? Венок? Дает бонус очков при... Я тоже можно поставить. Поставил? Да? Окей, ребят, вроде бы все поставил. Второй уровень. Ничего так, мне нравится, ребят. Нормально. Создать лобби. Ну что ж, давайте еще раз второй уровень. Окей, ребята, давайте попробуем поиграть за деревенщину. У него есть какая-то кувалда. И у него есть бензопила, ребят. Прикиньте, бензопила. Посмотрим, насколько это все круто. Я кого-то слышал. А, это я сам шелестю так. Понял вас, сэр. Окей, ребят. Бензопилу заводить пока не буду. Оставлю на крайний случай. Окей, ребят. Я не люблю эти кукурузы, вообще не люблю эту карту. Но давайте, ребят, посмотрим на персонажа, как я им смогу управиться. Пока что я могу управляться только мясником. Он для меня просто вот единственный и неповторимый, сука. Куху, ёпта! Нету. Но деревенщина на него тоже похож. То есть, у него есть то же самое, почти что. Ах ты, пидор.
ты чё, уёбок? Где он, блядь? Я его видел, нахуй. Видели, ребята, где-то здесь вот. Ебать! Нахуй! В пизду тебя! Где еще один? Ну-ка иди-ка сюда, блядь. Нихуя себе, ребят. Это бензопила, если один раз она, короче, убивает. Она убивает. Сперва, то есть она не убивает, а сразу калечит. Где еще пидорасики? Тихо, ребят. Ты как выбрался? Ебать! Нахуй! А как он выбрался? Его кто-то спас, что ли? Блять! Не убегай больше от меня! Ребятки! Убегает, сучка! Смотрите, какой, а? Пытается убежать! Ладно. Где? Где гребаный крюк? Ебать. Ну-ка, ребят, давайте повесим его. Ты что здесь, нахуй? А вот ты где, сучка. Получай, блядь. Нахуй. Пизду! Вы чё, блядь? Вообще, что ли, охуели? Смотрите, вот пидорасы-то, а? Я только повернуться успел. Ты где, уёбок? Ну окей, ребят. Вроде бы я тоже неплохо справляюсь с деревенщиной, так? Кто здесь, блядь? Такое чувство, что здесь кто-то есть. Окей, ребят, вроде нихуя. Пойдем туда вот. Думаю, здесь кто-то все-таки есть. Блядь, вообще никого. Такая тишина, ребята, гробовая. Никто и носом не шевельнет. Вы где, пидоры? Где эти сучки-то? А, вот вы где, ебать. Ну и пиздец вам сейчас. Я иду. С бензопилой, ебать. Рын-дын-дын-дын-дын-дын. Рын-дын-дын. Где ты был, ребят? Здесь уже работает. Вот сука. Я ухожу, они приходят. Это плохо. Нужно чуть-чуть менять тактику. Ходить по-другому. На один выживший? С какого перепугу ты, ебать? Ну-ка нахуй. Ты где, ебать? Ребят, я нагинаться не могу. Здесь что у нас? Да где они, ребят? Сколько остались? А так некоторые уходят, поэтому их мало. На один выживший, то есть, почему уходят? Они думают, что я имбас, что ли? Да пошли вы в жопу, я не имбас, у меня только третья игра. Всего лишь третья игра, ебать. Ну и чё, блядь? Кто здесь, а? Где этот уёбок? А вот ты где, Питер? Ну, здорово, здорово, ебать, здорово. Да, да, ты попался, ебать. Ты попался, блядь, нахуй, иди-ка сюда. Ах ты, пидорас, это не сработает. Пошёл-ка ты нахуй. Я тебя вижу. Я тебя вижу. Да, блядь, вижу, нахуй, да. Это у тебя не получится, ты не сбежишь от меня, блядь. Я сейчас думаю, заводить лучше не надо, потому что
ебать, потому что нахуй. А чё эту не опустил? Если бы ты эту опустил, ты бы выиграл, чувак. Вот ты дурак. Ах ты сучка. Ну я ж тебя все равно вижу, ебать. О, а ты кто у нас, блядь? Иди-ка сюда, нахуй. Ну так, блядь. Окей, ребят. Я здесь, ебать, а я здесь оказался. Да, я здесь, нахуй. Нихуя. Где ты? Где ты, сучка? Убежала, да? Ну чёрт, ребят, ладно. Кто здесь? Такое чувство, что здесь кто-то был. Окей, ребят, они все ушли отсюда, мне кажется. Ладно. Пойдем в ту сторону. Так. Здесь уже работает. Вот сучки. Где они? Где эти ублюдки? Ни одного не вижу. А вот ты где, ебать! Да сука! Вот тут вот меня бесит она. Так что иди-ка ты сюда. Блять. Иди-ка сюда еще раз. А как он, за что он зацепился-то? Ребят. Давай, давай, нахуй, иди-ка сюда, блядь. Смотрите, как она умеет делать. А, нихуя, блядь, попал. Попал, нахуй. Ты знаешь, блядь, кто я. Нахуй, не пизди так, что мне здесь. Всех спасает, такая крутая, да? Сраная, бабы обычно не такие, а ты чё-то... Блядь, нихуя ты не баба, значит. Не баба ты, сука. Нихуя. Ну-ка, умри-ка. Бля, давай помирай быстрее. Вот ты сучка, я тебя вижу. Я тебя вижу нахуй. Чё, тебе пиздец там нет? Ты чё, блядь? Нихуя себе! Нихуя себе ты крутой, блядь! Ну и все, тогда тебе пизда. Думаешь, ты, блядь, сильный нахуй? Ну-ка иди сюда, блядь, пидор. Вот и все, блядь. Тогда ты умрешь. Спас ее, спас бабу, как правило. Как мы уже знаем, ребят. Спасаешь бабу, умираешь сам. Да, такое правило. Ты либо спасаешь бабу, либо подыхаешь. Вот так-то, ребят. Вы либо идете спасать нахуй, либо погибаете. Я тебя слышу нахуй. Ты чё, блядь, убежать пыталась, да? Нихуя, а чё ты встала-то? Где она, блядь? Ребят, я потерял ее. Голос откуда? А вот же, ебать, я потерял тебя. Нихуя ты скрытная, блядь. Нихуя ты, кто, сука? Слышь ты, блядь. Мразота, нахуй. Крюк где?
Ребят, крюк пропал. Ладно, иди-ка ты сюда тогда. Давай-ка вешайся. И не пизди меня тут. Сразу съел, блядь. Кто еще здесь остался, ебать? Все, я выиграл, ребят. Я играю за деревенщину тоже, блядь, заебись нахуй. Come on, baby. Окей, ребята, улучшение. Окей. Он клевый. Он мне нравится. Его можно прокачивать. Заплесневелый дуб. Призывает существо. А, сущность создан на один крюк больше. Что? Сущность создать... А, на один крюк больше. Ничего себе, ребят. Это как это? Допустим, пусть будет. Я не против. Все, теперь ты у нас второго уровня, я так понял. И они не теряются, да? Они же не теряются, я так понимаю. Окей. А что тут у нас есть? Загадочный ящик. Свеча зажигания. Чистая свеча зажигания для бензопилы. Слегка уменьшает время перезарядки бензопилы. Ну ок, ремонтник. Как-то фигня, знаете ли. Ну ладно. Пойдем вот по этому. А, тут 5000 стоит. Нихуя, ладно. Ладно, готово. Неплохо так. Бензопила. Улучшение. Растительное масло. И вот эта штучка. Отлично, сейчас будет получше. Мертвая хватка. Вот и все, ребят. Мы улучшили его. Из одежды что у него есть? Злобные глаза можно поставить. Джинсы. Молоток, а это что? Потертый молоток. Ну пусть будет потертый. Почему бы и нет, ребят? Вот это что это? Это ранг или что? 20-й ранг. Нет, 46. Я хочу это потратить. Как это потратить? Сменить роль? Нет. Храм. И что он делает? Это мы, ребят, знаем. Это снаряжение. Подношение. О! О! А это что делает? Чистый реагент. Ну, окей, ребят. Вот и все. Вот так вот. Уже продолжу, наверное, с ним в следующей серии. И потом посмотрим на кого-нибудь другого. А с вами был Джейден. Всем спасибо за просмотр и пока. Еще увидимся.